Почти 40 лет на сцене чувашского ЦЮЗа неизменно появляется Светлана Савельева, народная артистка Чувашии. Одна из первых главных ролей актрисы – сельская девушка Лизу в комедии «Чебоксарская невеста». В свой юбилейный вечер артистка предстала перед зрителями в той же роли, только 20 лет спустя. Ловелас, сын моряк, и теперь вокруг молодых разворачиваются основные любовные страсти. Вместе со своей героиней Лизук повзрослела и помудрела актриса Светлана Савельева. В классике я играла у Федора Павлова Ялда Елюк, «Беспреданницы» играла Ларису Дмитриевну, на «Хлебнике» я играла Ольгу Петровну Елецкую, в «Украденном счастье» Ивана Франко играла Анну. Вот эти роли дороги были. Я, наверное, зрителям запомнилась как Лизук. Вот сегодня как раз с этим спектаклем празднуем. Столько лет живет во мне эта Лизук. Более 20 лет. Заложницей одной роли все же она не стала. Светлана Савельева перевоплощалась более 80 раз в героинь классической, современной, зарубежной, национальной драматургии. Разноплановые образы всегда наполнены внутренним содержанием, подкупают искренностью и обаянием, и, само собой, достоверностью. Молодые артисты ее очень сильно уважают, ценят. С ней есть что брать. Она у нас многогранная, она у нас работает, играет и на комедиях, и делает роли в классических спектаклях, и в детских спектаклях. Сильзю надо пиликулить! Пехиль сана! Пехиль яха! Пехиль! Сюнат лоха лоха! Таймахучахи зеклевата! Духом немногословная и человечная старшая мать. Она предводительница древнего чувашского племени, легенда «Серебряное войско», и драматический образ принес актрисе хрустальную статуэтку Международного театрального фестиваля. Сегодня Светлана Савельева, народная артистка Чувашии, продолжает своей правдоподобной игрой вызывать у зрителей от радости и восторга до сопереживания и слез. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Атнер Корсаков, Республика.